Две важнейшие характеристики распределения масс в механической системе – это центр масс и момент инерции. Именно положение центров масс и величина моментов инерции окружающих нас материальных систем позволяют им совершать те или иные движения в пространстве. В частности, от положения центра масс зависит эффективность управления летательными аппаратами. Точка С, через которую проходит линия действия равнодействующей системы параллельных сил, при любых поворотах этих сил около точек приложения, оставляющих их параллельными, называется центром параллельных сил. Положение точки С определяется с помощью формулы. Если рассматривается система сил тяжести, то найденная точка С, неизменно связанная с телом, называется центром тяжести. Тело, закрепленное в центре тяжести, находится в безразличном равновесии. Точка С, положение которой определяется по этой формуле, называется центром масс. В небесной механике центр масс системы небесных тел называется барицентром. Для однородных тел достаточно простой конфигурации положение центра масс обычно находит с помощью вычислений. Однако положение центра масс можно определить и экспериментальным путем. Этот способ основан на законах трения. Экспериментальным путем чаще всего определяется положение центра масс неоднородных тел сложной конфигурации. Другой важной характеристикой распределения масс являются моменты инерции. Различные моменты инерции систем определяются по соответствующим формулам.
Это момент инерции системы относительно плоскости OXY. Момент инерции системы относительно оси OZ. Полярный момент инерции. Центробежный момент инерции. И момент инерции системы относительно оси L с направляющими косинусами гамма, гамма-штрих и гамма-2-штриха. Геометрическим местом точек Q для системы является эллипсоид. Этот эллипсоид называется эллипсоидом инерции. Зная эллипсоид инерции, легко вычислить момент инерции системы относительно любой прямой L. В главных осях инерции окси, оэта и одзета уравнение эллипсоида инерции принимает наиболее простой вид. Некоторые геометрически различные тела имеют один и тот же эллипсоид инерции. Такие тела называют равномоментными. Поэтому для нахождения эллипсоида инерции пространственного тела удобно воспользоваться системой четырех точек, равномоментной этому телу. Если тело плоское, то равномоментная ему система состоит из трех материальных точек. Кроме расчетных способов определения моментов инерции различных тел, существует возможность их экспериментального определения. От величины момента инерции зависит скорость вращения спортсмена. Эти способы позволяют определять моменты инерции частей человеческого тела в процессе движения. И вносить коррективы в выполняемые спортсменами упражнения.